Во всех смыслах горячей выдалась ночь в Гонконге. Полиция пыталась справиться с толпами демонстрантов. На улицы вышли по разным оценкам от 200 тысяч до полумиллиона человек. Отбивать пришлось здание Заксобрания. После успешного штурма недовольные устроили там погром. Герб и стены измазали черной краской, постирали портреты, сломали мебель. Причем в это время в здании находились десятки правоохранителей. Однако они предпочли не вмешиваться. Как позднее объяснил шеф полиции, просто численное преимущество было на стороне митинговавших. А уже на улице особо рьяных теснил спецназ. В ход пошел слезоточивый газ. К слову, поддержку активистам, которые выходят на улицу около месяца, высказали США и Британия. Как раз накануне исполнилось 22 года, как Лондон вернул суверенитет над Гонконгом Китаю. Город стал специальным административным районом, во многом особый статус Гонконга, и стал причиной демонстрации. Люди недовольны тем, что Пекин требовал выдавать подозреваемых в преступлениях. В итоге звучали даже требования отказаться от суверенитета Китая.